Жить стало лучше, товарищ. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится. Здравствуйте, товарищи. На часах 10:33 мы начинаем нашу конференцию. Иосиф Виссарионович Сталин, вождь строительства социализма. Слово для приветствия предоставляется директору музея Дом Ульяновых Елизаров Кучуку Владимиру Александровичу. Уважаемые товарищи, от лица администрации музея рад приветствовать вас на нашей конференции, посвященной 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Конференция проходит в историческом доме музея Ульяновых Елизаровых. Здесь бывал Владимир Ильич Ленин. Дом связан с историей революции. Мы проводим здесь уже, конкретно в этом помещении, уже, наверное, четвертую конференцию, посвященную важным событиям. Это было и 200-летие со дня рождения Маркса, и столетие Октябрьской социалистической революции. Товарищи поддерживают своими усилиями это помещение. Особую благодарность хочу выразить всем тем людям, кто присылает средства на то, чтобы мы могли здесь все ремонтировать и поддерживать. И так получается, что если, например, 100-летие революции отмечали, и в Москве была конференция, и у нас это были и видео, и публикация докладов, то, например, 200-летие Маркса отметили, по-моему, только в Китае и у нас вот здесь. И также с докладами, с публикацией. И в Корее еще, да? Замечательно. Да. Поэтому, несмотря на то, что здесь у нас, может быть, скромные условия, делаем мы очень важное дело. Не случайно, что в этот раз у нас уже и иностранные гости. Рады их приветствовать, они выступят с докладами. И у нас гости из Москвы, и из Украины. И уже получается международная конференция. Значит, сейчас я бы хотел предоставить слово для приветствия от представителя Московской организации Рабочей партии России СИМКО Алексея Витальевича, пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Очень радостно видеть, что этот дом, этот музей наконец-то открыл свои двери после долгой работы. И мы всегда с нетерпением ждали вестей из Ульяновки и следили, как происходит восстановление музея. И когда решили все-таки сюда приехать, мы подумали, что нехорошо приезжать в новый дом, в общем, на новоселье фактически, без подарка, есть такая традиция. Вот. И мы подумали и приготовили небольшой подарок. Значит, это подарок такой боевой. Вот, он многое прошел, многое видел, но он еще полон силы жизни. Вот, он из нашего советского прошлого. Родился он на знаменитом заводе «Штамп» имени Ванникова. Вот, это настоящий тульский самовар. Спасибо. Только вот единственное, чего нам еще не хватало, действительно не хватало, это не шутка. Вот, на 7 литров, и мы взяли на себя смелость сделать здесь такую надпись. Рабочая партия России, 24 августа 2019 года. Спасибо. Переходящий сапог остался на этих. Да, спасибо. А он произведен где? В нашей стране или в Китае? Завод «Штамп». «Штамп». Имени Ванникова. Так. Я уже. Патриотично. Очень приятно. Мы уже готовы. Спасибо. Принимать подарок. Спасибо вам большое. Спасибо.
Это вот это вот. О, директор уже понял меня вниз. Можно, можно я? А уже директор сделал нам архитектор, уже дерутся за него. Мы просто знаем, что нам необходим крайний был такой самовар, и о нем мечтали. Очень-очень-очень удачный план, очень. Товарищи, в честь открытия конференции предоставляется проректору Красного университета Мордуину Валерию. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Я рад приветствовать вас. Она у нас уже третья проходит в августе конференция. Это третья конференция. Я надеюсь, что она у нас уже станет традиционной. Вот. Коллектив Красного университета, преподаватели, слушатели второго отделения, все рады приветствовать вас на этой конференции. Четвертая? Ну ладно, хорошо, четвертая. Вот, я согласен, не буду спорить. Вот. Надеемся, вам понравится у нас. Ну, следующая конференция, надеемся, мы тоже проведем в августе следующего года. Здесь же. Спасибо. Уважаемые товарищи, вступительное слово сопредседателя оргкомитета конференции «Антисталинизм. Современная форма антикоммунизма». Казенов Александр Сергеевич. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я рад вас всех приветствовать. Спасибо, что приехали в этот относительно далекий уголок Ленинградской области. Спасибо товарищам нашим зарубежным. Получается действительно, что наша конференция из такой маленькой, узенькой, региональной превращается в международную, причем с серьезным представительством. И дружественная Украина, и дружественная Бельгия, и теперь, оказывается, еще и дружественные наши товарищи аж из Южной Кореи. Поэтому я предлагаю их поприветствовать. И думаю, что вот это, конечно, не случайно, что в этой маленькой точке, когда-то забытой деревенской, значит, вот концентрируется теперь народ аж из других стран земного шара. То есть, что здесь концентрируется какая-то специфическая энергия. И я думаю, это не случайно. Почему? Потому что я вспоминаю, что четверть века назад «Народное за рабочее дело» опубликовало, ну, с моей точки зрения интересно, а с других точек зрения, думаю, даже и более значительные будут определения, статью под фамилией Фетёнов. Она называлась «Сталин реабилитирован» 25 лет назад. Сталин реабилитирован. Что это значит? Это значит, что Фетёнов состоит из двух фамилий. Фет – это Фетисов, а Ионов – это Козёнов. С подачи Михаила Васильевича, значит, мы решили вот опубликовать такую статью, что Сталин реабилитирован. Почему? Потому что как раз в 94 году, в 95-м, тут появилось несколько статей интересных о Сталине, позитивных. И книжки две. Одна Лобанова, другая Владимира Сергеевича Бушина. «Колокола громкого боя». И мы почувствовали, что в обществе создается вот эта атмосфера негации по отношению к существующей буржуазной действительности и воскрешения подлинной памяти о нашей выдающейся истории. И действительно, после вот этой статьи нашей, ну, пошел вал такой позитивных публикаций о Сталине. И сегодня уже как-то даже, глядя на вот этот вал, немножко так, это не по себе иногда. Почему? Потому что уже товарищи тут хотят, значит, Сталина вообще погасить, даже уже и коммунизм. Сталин, 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 а коммунизм, Ленин там где-то вроде уже на задворках. Вот мне кажется, что наша задача, она не только в том, чтобы продолжить очищение от клеветы, от наветов, от лжи, образ дела
имя Сталина, но и защитить от таких вот новаций, значит, которые, я-то думаю, они просто вредны. Ну и кроме того, исполняется 5 лет, если вы не забыли, замечательной нашей конференции о Сталине, которую мы провели 5 лет назад. 5 лет назад. И издали вот такой замечательный сборник. «Сталин, руководитель государства, диктатура пролетариата». Значит, здесь ряд замечательных, выдающихся, я бы даже сказал, статей. И что особенно важно и интересно, в том числе для наших товарищей, что здесь опубликовано письмо Мао Цзэдуна в ЦК КПСС, где он укоряет ЦК КПСС за фактическое предательство Сталина. От нас этот документ, он был от нас, русских людей, советских людей, молодых, он был фактически скрыт. Вот я сам узнал, только работая над этим сборником, и опубликовал его. И понимая, что, конечно, правы были китайские товарищи наши, которые критиковали предателей типа Хрущева. Вот, поэтому и китайские товарищи откликнулись, видимо, на это и, значит, попытались установить с нами связи. Сейчас такие связи есть, и вот они должны были где-то реализоваться в сентябре, но пока в сентябре не получилось. Но я думаю, что такой контакт близкий будет установлен в скором будущем. Так что вот эта вот энергия, она собирается. Вот эти вот идеи, они собираются, они концентрируются. И наше сегодняшнее собрание, оно, конечно, тоже, я думаю, что будет таким толчком и в смысле развития, очищения и развития Сталина, и в смысле развития марксизма-ленинизма в целом и во многих других отношениях. Причем, значит, вот я собирал статьи, выступления. Значит, замечательные, глубокие выступления товарищи прислали. Скажем, вот Михаил Васильевич, к сожалению, он, значит, занят очень, не может сегодня участвовать. Но выдающаяся статья «Сталин – продолжатель дела Ленина». Он ее высылал многим товарищам, и многие это товарищи уже почитали, но она будет опубликована в сборнике, который мы выпустим к дню рождения Сталина где-то в конце ноября, в начале декабря. Поэтому те, кто почитает, получат, я думаю, большое удовольствие от той концентрации мыслей по поводу Сталина, сталинизма, его отношения к Ленину и партии. Я думаю, что это очень такая поучительная, очень глубокая статья. Да, ну и почему, собственно говоря, возникает и такой интерес, и вот эта вот энергия, и новые мысли. Потому что Сталин стал таким человеком, такой личностью, на котором сконцентрировался антикоммунизм. Ведь что такое Сталин? Сталин – это ученик Ленина. Он об этом говорил много раз до самой смерти. Что такое Ленин? Ленин – это ученик Маркса. И Ленин до смерти вспоминал и напоминал, что он ученик Маркса. Что такое Маркс? Маркс – это ученик Гегеля. И он об этом пишет в послесловии к «Капиталу». Плох учитель, плох ученик, который не превосходит своего учителя. И, собственно говоря, ученик-то он тогда и есть как в науке, когда он превосходит. Хотя бы в некоторых отношениях, не обязательно во всем. Во всем не превзойдешь. Почему? Потому что это мировоззрение. Мировоззрение, они не каждое столетие возникают новые. Причем, готовясь к этой конференции, к докладу, я решил вспомнить его работу об анархизме. Сталинскую, юношескую. Ему было 27 лет. И меня удивило и поразило. Значит, диалектический исторический материализм, мировоззрение марксизма. То есть он тогда оценил марксизм-ленинизм как мировоззрение.
Еще ленинские работы на эту тему не появились. А молодой Сталин уже вот это понял, что это мировоззрение новое, не философия, не экономическое учение, не политическое учение, а мировоззрение, которое включает и философию, и политическую экономию, значит, и политическую теорию. Хотя тут есть нюанс, о котором вот в той книжке в прошлом году, значит, я рассматривал этот вопрос о мировоззрении, там подчеркивал, что наши товарищи, они смешивают мировоззрение с философией. Сталину тогда это было еще простительно, у него есть этот момент недопонимания, но у него есть открытие главного, что это мировоззрение. А, скажем, нашим профессорам и академикам это было постыдно смешивать и навязывать молодежи эту точку зрения. Вместо привития и развития широкого марксистского мировоззрения, значит, толкали свою философию, эту диаматовскую, формальную, и выдавали за марксистское ленинское мировоззрение. Это большой нехороший вопрос, который я распутываю еще. Ну и я думаю, что вот то большое течение, которое возникло в нашей стране, пропагандирующее и очищающее дело Сталина, я думаю, что оно не остановится, оно будет нарастать. Почему? Потому что антисталинизм действительно является современной такой боевой формой антикоммунизма. И, конечно, с ним нужно бороться в первую очередь. Поэтому я думаю, что мы должны взять здесь пример с тех, кто боролся против антисталинизма, против тех, кто, значит, смешивал с грязью и дело Сталина, и дело Ленина, и коммунизм вообще. Я думаю, что эту задачу мы со временем решим. На этом спасибо большое. Желаю хороших успехов от нашей конференции. Уважаемые товарищи, сейчас начнутся основные доклады. Напоминаю, для докладчиков на выступление отводится 10 минут. И после выступления будет возможность задать 1-2 вопроса.